Поехали поискать какие-нибудь пляжики южнее города Нячанга. Судя по отзывам, там есть что-то интересное. Да хватит ты трындеть. Я вижу тебя. Вот, но пока дождя нет. Едем. Планированная остановка, чуть сбились с курса, но зато погода пока радует, вон смотрите, даже дырочка солнечная, вот, загораем через нее немножко, сейчас покажем, как растут дикие бананы, здесь какое-то фермерское угодье, а, тут заборчик, надеюсь, змей нет, вон они там, еще недозрелые. С другой стороны забора бананов нету. Хлебчик упал. Я же говорю, что он небольшой. У тебя мой шлем. Печалька. Остановка на кокос, скажи. 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 Хорошо, справилась с ролью. У нас тут произошло небольшое ДТП. Вернее, не ДТП, а происшествие. Вот уже обработали боевые раны. Ссадины. Упали, в общем, из байка. Забыл убрать подножку. Поехали. И она начала об асфальт биться. Ну и, соответственно, вот мы, когда я начал тормозить, он упал. И вот сломалось вот это вот крыло. Здесь вот чуть-чуть. Не знаю, заметит, не заметит, когда мы это приведем. Конечно, когда я такая приеду. Да, могут заметить. Не, ну можно было то, что ты там просто поцарапалась где-то. Ну. Надо быть аккуратней. Доехали мы до так называемого дикого пляжа. Волны тут, конечно, большие. Больно подъездов вниз нет. Чуть
Сейчас поедем назад опять. Ехали. Сколько? Сейчас 2 часа. Долго ехали. Больше 3 часов. Весь день, в общем. До сюда и назад. Что, спустились мы к пляжу, песочек белый, приятный, сейчас попробую помочить ножки хотя бы, что зря столько ехали. Вода, говорят, нормальная, более-менее теплая. Ой, я забыл снять шлем. Кто говорит, что она теплая? По-моему, ни хрена не теплая. Такая холодненькая. Не, да, тут в декабре во Вьетнаме, по крайней мере в Ничанге, похоже, больно не забалуешь. Хотелось бы, конечно, потеплее водичку. И в такие волны тоже. Зайдешь, мне кажется, там убегает. Не хочу промочить. Попладненько. Ребята, в Ничанг зимой не езжайте в сезон дождей. Только до ноября. Ну, декабря, может быть. Вода прохладная, дожди каждый день могут идти. Может не повезти. Лучше, если ехать во Вьетнам зимой, то Фан Тхиет и, соответственно, южнее, от Муйни туда, к Фукуоку или на сам остров Фукуок. Он будет раза в 3 дороже. Приятное завершение дня. Мы живы. Самое главное. Практически здоровы. Давай, пробуй. Практически доехали. Думаю, лучше всех лука, но ладно. Жарим. Значит, лука, конечно. Да ешь с луком, я ж тоже буду с луком. Только что штучок. А мне вот пришел кальмарчик на гриле. Сейчас попробую. Закажи сразу креветочку. Вкусно. Вкусно и полезно. Так, рассказываем про байк, как у нас разрешилась история с нашим небольшим ДТП. Вчера мы его сдали, но на ресепшене не было менеджера, который говорит хоть как-то на русском, английском. Сегодня с ним встретились, он нам сказал, вот крыло, то все, будет стоить 700. Но это еще, ну, во-первых, это хорошо, мы думали, что будет стоить дороже. Так вышло 700 тысяч донгов, это где-то 1700 рублей. Но потом случилось непонятное. К нам в номер пришли девчонки с ресепшена и сказали, что вам посчитали слишком дорого. Мы вот вам выбили скидку и возвращаем вам 200 тысяч донгов. И вот вам чек новый. То есть нам выписали чек, все официально. Вот, пожалуйста, извините, надеюсь, вы не в обиде. Мы только порадовались, вообще было неожиданно, прикольно. Вот подарили им шоколадку, которую привезли с собой.
общем, в итоге вышло нам все 500 тысяч донгов. Это где-то 1250 рублей за крыло. И, ну, все-таки они увидели, что там не только крыло, а еще поломали корпус немного снизу, где фары. Ну, треснул, то есть надо менять этот кожух весь. Ну вот, получилось так. Поэтому все-таки они очень воспитанные. Да, и хорошо относятся лояльно к клиентам, ну, к своим посетителям, постояльцам. Вот, не дерут деньги, все официально, никаких разводок. И говорят, берите еще байк, у нас еще есть. Поэтому, может быть, все-таки стоит по цене также. Может быть, даже надежнее брать в гостинице, да, чем в отеле. Где-то в центре. Может быть, там будет немного дешевле, но кто здесь в случае какого-то ДТП, то не берет больше денег, даже еще и возвращают. Да. Но есть шанс, что именно не в гостинице дадут, а где-то в какой-то конторе просто от гостиницы там позвонят и вам привезут байк. Это будет как тоже конторский, но через гостиницу. Вот тогда надо подумать. А если есть прямо в гостинице, то лучше брать в гостинице. Хорошо то, что все хорошо кончается, что живы-здоровы, отделались с легкими ссадинами, небольшим испугом, да. Кто-то умеет лучше группироваться при падении. Да, кто-то держит телефон чей-то, поэтому за себя не беспокоится, телефон чей-то не разбить. Будем брать байк еще.